В нашем видео мы сделаем повязку для волос с нежным тканевым цветком. Нам понадобится бисер бледно-розового оттенка, жемчужные бусины розово-лиловых тонов, плотная широкая резинка, кружево того же цвета, что и бисер, тонкая ткань в тон кружеву. Подготовим лепестки. Возьмем ткань и вырежем небольшой круг. Аккуратно опалим края. Следующий лепесток делаем таким же образом, только другого диаметра. Подготовим несколько десятков заготовок разных размеров. Наносим каплю термоклея на край лепестка и сжимаем с боков. Используем такую же технику для остальных деталей. Начинаем формировать цветок. Выбираем самые маленькие лепестки. Наклеиваем друг на друга 4 штуки внахлёст, формируя центр розового цветка. Берем еще несколько маленьких деталей и приклеиваем их снизу. Продолжаем прикреплять детали таким образом, постепенно увеличивая размер лепестков. Вклеиваем край кружева в центр розы. Присбориваем кружево, закрепляя складки термоклеем. Таким образом формируем сердцевину цветка. Лишнее обрезаем ножницами и фиксируем конец. Вклеиваем остатки кружева между лепестками. Украшаем цветок бисером. Прикрепляем бусинки термоклеем в сердцевину и на края лепестков. Берем большие бусины и вклеиваем их в центр украшения и по краям. Возьмем резинку длиной чуть меньше окружности головы и склеим концы термоклеевым пистолетом. Промазываем термоклеем тканевый кружок и прикрепляем его к обратной стороне цветка. Наносим достаточное количество термоклея на стык скрепленных концов. Плотно фиксируем розу на резинке. Такое нежное, женственное украшение прекрасно подчеркнет прическу и добавит романтики вашему образу. Комментируйте, жмите кнопку «Мне понравилось», если вам понравилось видео. Подписывайтесь на наш канал, здесь вы найдете много интересных идей оформления аксессуаров и подробное руководство их изготовления.